Друзья, всем привет! Сегодня мы с Максимом, с сыном, решили выйти покопать. Просто обещал ему, что покажу, что это за аппарат такой. И пока он у меня есть, показать надо. Планы, блин, ломаются из-за погоды. Капец, просто такая охота выбраться на рыбалку, на ночную, на хоть какую-нибудь. Но, блин, как получается, время есть выйти на ночную рыбалку, то, блин, погода не та. Охота мне свитером посидеть, а не избегать через каждые 15 секунд землянку, чтобы перетерпеть дождь. Вчера купил даже опарышей, блин. А выбраться когда, пока ничего не знаю. Янок! Янок! Что? Помахай рукой. Наконец-то убрались в магазин за опарышем. Можно теперь рыбалку планировать. Полная кармана опарышей. Опарыши надо тебе? Так, друзья, в общем, сегодня мы копаемся. Не знаю, я очень хотел выбраться, блин, завтра ночью на рыбалку. На ночную. Может, выберусь сегодня, блин, как получится. У меня два плана там на рыбалке ночные. Про спиннинг я вообще молчу. Кто, друзья, там ездили, все ревут, только тратят время. Зная, что нифига не клюет, выбираться на рыбалку мне как бы тоже... На спиннинговую не сильно охота. Но хотя, блин, есть приманки новые, которые надо, блин, потестировать. Очень хочется это сделать. Но, блин, ехать куда-то, чтобы тратить время на это, очень не хочется. В общем, все увидим. Рыбалки в дальнейшем будут в ближайшее время, надеюсь. Все-таки, блин, когда-то должны, блин, совпадать деньки. Но ночи, даже не деньки, с хорошей погодой. И с выходом, с возможностью на рыбалку. Так, друзья, сегодня копать начнем, ну как искать, пройдемся пораньше, не от избушки будем отходить, а к избушке подходить, этого искателя. Просто раньше я туда сначала приходил, там собирался, а сейчас поступим наоборот, подальше от избушки начнем поиски все. Так, пройдемся. Друзья тут раньше были, они монеты собирали в этих краях. В этих краях, вот в самом начале леса. Прошлый год уже и металл здесь подвынесли. Я же копаюсь все там в глубине уже больше. Ну посмотрим. Так, пройдемся. На некоторые интересные точки есть такие, которые хотелось бы не осмотреть. Сейчас мы с этого и начнем. Вперед. Да? Да-да. Уже одну пробку от бутылки нашли. Это рядом. Кстати, блин, не зря же нашел банка в кармане. Уже. Хоть какая-то польза от этого должна быть. Кольцо обручальное. И червяк. Кошелек. Кошелек с деньгами. Ты к лопате близко не подноси, он уже свистит тоже. Ты что, дурак или что?
это, блин, что она держится, за счет чего? Костыль там мешает. Подкладка сегодня вторую уже нашли. Вон, аж видите, костылем. Так на дороге положите ее где-нибудь. И нормально будет. Кто-то прикурит, машинист какой-то, хорошо. Ай, хочешь копать? Позвался? Назвался грузин, давай, ковыряйся. Нашли уже что там, 3 или 4 накладки. Походу дело 4-е или 5-е. О, уперся. А ты выковыривай этот квадрат, который выкопал. Сейчас выковыривать буду. Слышишь? Ты откладывай в сторону, потом чтобы обратно можно было воткнуть туда. Чтобы нахрен эти ямы тут не нужно никому. О, думаю, в огороде не достаешь копаться. А здесь да хоть бухной. Где? На стороне что ли? Ну ты, конечно, яму сейчас фуряешь из одной накладки. Ну, давай, давай, давай. Ты это самое, не разглагольствуй особо. Больше время тратим. Непонятно, ну что. Подожди. Опля. Так, у нас там еще одна есть. Так что тихонько дело пошло. Блин, друзья, смотрите, сколько тут провода металлического. Там, блин, трос какой-то, все, пучки. Все, ну это, естественно, не вырвать надо тут это. Да и не стоит того. Просто увидал, решил показать заодно, что скреплено было с проволокой. И так просто мотки валяются. Непонятно для чего. Ну так кому надо. Можно прийти метровку двое вырубить так вот. Не офигела кому. Не остается. Сейчас я достану. Вот, смотри, друзья, это штырей нашли тут. Таких. Даже не без металлоискателя, они просто из земли торчат. Дурак, надорвешься? Что, не можешь достать нафиг листья? Видишь, какой здоровый. Самый здоровый. Надо еще попипикать рядом. Какие-то вроде как шпалы были. Где-то куча шпал как будто. Отгадай загадку, что такое, мы так не знаем. Кто знает, пишите в комментариях. Что там у тебя? Это не то. Рукой должен копать. Что, интереснее там? Интереснее гвоздь больше. Да. Где у тебя? Блин, что-то рядом. Блин, гвоздь. Накладка, не накладка это. Тормозная колодка. Только все. Что-то, друзья, большое нашли. Но вот что, непонятно. Пищи. Сейчас покажу примерно. Друзья, вот смотрите, это кусок железа. Он неподвижный. Он как-то там закреплен. Не знаю, за счет чего. Так, не знаю, пока вот внешне. Что напоминает, это башмак ЖД, который я находил здесь до этого. А так больше ничего пока не могу сказать.
Это сегодня день в подкладах таких. Никуда тут на видное место. Блин, люблю, когда вот несколько железяк попадаются в одном месте. Их можно собрать кучу, и там как-то запоминается уже само по себе. А когда одиночные железяки, блин, их, говорю, можно как грибы собирать, ходить по лесу. Я их тут раскладывал везде. Дай бог, кто пойдет, грибники офигеют, скажут, блин, что за фигня такая. Ладно, потом в дальнейшем соберем. Все равно основное, блин, стараюсь увозить мелочь. Там огромное, по-моему. Все, друзья, набрались тут на такой золотой пятачок. В небольшом квадрате довольно много железа. Это хорошо, место тут такое не особо узнаваемое. Найти особо никто не найдет. Ну и таскать особо никто не захочет. Фух, ладно, что делаешь-то? Тут же еще пикало. А ты выключать стал штуку. Ну так давай рой дальше, так вот этот. Подальше. Прибора. Гвоздь, вот такой эпидикат у тебя. Белый гриб. Можно взять его. Я пакет специально тебе взял, это я ножик тебе там положил в рюкзак. Если что такое хорошее, то бери. Вот срежь, посмотри, это есть ли черви, нет ли черви. Вот не дума. Что ж, друзья, решили маленько отдохнуть здесь. Блин, тепло стало, комары закусались. Я забыл, что об их существовании уже за последние дни. Хотели, у нас тут есть знакомый, проходил тут мимо тоже Леха Болдуин. Так что звонил, говорит, этот. Надо ли увезти, а отказались. Пойдем червей еще копать по дороге будем. Я надеюсь, сегодня на обратном пути, говорю, ну ночью, может, еще выберусь сюда порыбачить. У меня перемет стоит, он не заряженный. Надо только червей. Накопал, пришел, вот ночью у меня фонарь теперь есть, моднявый, можно ходить в любое время. Так что вот, если вполне возможно, что часов где-нибудь 10 вечера из дома сквозану, ну, часов 11 буду здесь, пока на лесопеде тут еду. Главное червей копнуть. Если червей копну сейчас, не поленюсь, то вечером можно будет идти. Но опять будет зависеть все от усталости, и сегодня ночью опять дождь будет идти. Ну так вот, есть желание. И сидеть ночь не спать вот здесь вот, а через каждые полтора-два часа проверяться. Нарин клюет, да и другая рыба есть, половить можно. Охота уже рыбу ловить начать, но охота, блин, ловить на фидер больше. Сейчас бы, блин, посидел бы на бережке вот с фидерочком. Отдохнул, но, блин, как вот, я не знаю, опять сейчас у Наташи 3 дня выходных. Там на дни рождения надо сходить в гости и как бы и на рыбалку охота, и все, там опять дожди какие-то в перемешку. Короче говоря, даже думать об этом неохота, блин, как выбраться, вот надо вот момент, чтобы не запланывать за завтра, послезавтра, а вот хоп, собрался и пошел, ну так, блин, тоже не получается. Мне важно сегодня. Перекусим маленько, я знал, что мы все доберемся и как бы... Взяли с собой газировку. Ну так, в принципе, вон, чай есть, все тут есть у меня. В любой момент можно пить чай, допить. Как бы, все у меня для этого здесь создано, все условия. Любой, зайдя сюда, может взять чайку попить. Вон, масло растительное, пожарить что-нибудь. Так, особо ничего не оставляю, мышей не пытаюсь разварить овощи, я имею в виду такое, макароны. Макароны надо принести сюда, пожалуй, купить. Так. По мелочам не знаю, кому надо чай погреться, чаю попить, зайти, то мало не нарвется. Случайно ли, не случайно ли, можете зайти, никого не гони. Ну вот, блин, тоже будьте людьми, не ходя в гости. Колбаса, все дела, ножик какой-то не совсем чистый. Не сказать.
ту сторону прогуляться, там попробовать. Там ни разу не ходил еще. Конец нашел. Уже вперед. Мини-рельсы? Мини-рельсы, ну хоть. Это хоть можно переносить на санках. Без применения болгарки. Друзья, мы рядом тут находимся с рельсой, которую я в тот раз нашел. И вот еще подарки тут есть судьбы. Вот видите, железяка тут рядом с рельсой была. Фух. Ну, богатое место тоже. Еще одно что-то. Ну-ка, подержи. Не, это ржавчина отпала. Сейчас найдем. Ты поймешь, куда подбираться с другой стороны. Уже видите, какая фигня. Больше метра росту. Ну какая-то просто, не знаю, что это такое. Пущай будет. Много. Вот есть такие вот видно, что, извиняюсь, приблизилась случайно. Места видно, что как будто куча шпал или что-ли. И постоянно мелкого металла видно, что много в таких местах. Мы все не снимаем. Фу, это бесполезно. Металла в целом предостаточно. Так, я думаю, меньше 100 килограмм, наверное, за раз не накапывал ни разу, как выбираюсь металлоискателем. Ну, последние вот разы, вот когда я ходил последний раз, вообще кучерявые. Махать надо им. Да, что надо махать. Ты не приблизил, но нет? Нормально все. А ты им не махаешь? Приблизь теперь. Гость, походу, дело какой-то увидел. А, давай выкопай, так уж и быть, твою находку. Так, поставим камеру пока. Волга. Вот она, видишь, на всюду везде пипика в разных местах. Она гнутая как. О, какая-то хорошая железка. Длинная. Это швеллер. Уже приличненький. Так, где он осталось стоит? Да, сейчас-то видел, не помню. Часто видел, давай. А, вон синий, давай. Нашли какую-то непонятку. То ли пуговица, то ли значок. 1700. Значок, похоже, задело. Или... Да, я возьму свой. Посмотри, что это такое. Это на значок похоже, да. Ну блин. Вроде не крышка от вина, от водки. Что-то слишком уж толста для него. Ладно, оставь пока, потом посмотрим, что это такое. Похоже на не чермет это. Не знаю. А 1300. В перемешку с черметом. 1000. Что-то есть. Явно не маленькое. Опля. Люблю эти штуки. Они очень хорошо транспортируются при большом весе.
увез на багажник, примотал килограмм 8-10. Увез, считай, домой за раз. Так, где у нас координаты? Ладно. Похоже на дырку от чего-то непонятного. Тут вот как глазок есть. Когда-то он закрывался, вот эта дырочка. Видите? От теплохода, тепловоза уголь подкидывали. Так, друзья, решили заканчивать с копом на сегодня. Копать еще будем сегодня, но червей. С металлом завязываю. Надоело. Не то, чтобы надоело. У меня, блин, рука устает, мне это начинает. Психоз из-за каждой фигни какой-то. Ну-ка, на-ка, держи. Больше. Вот сейчас копали, хрен поймешь, что. Пик-пик-пик-пик. Пик-пик-пик-пик-пик-пик. Блин, ни хрена не нашли. Я говорю, бросай-ка на Максимка, все, гонять я. Нахер мне эти все находки не нужны. Ну там просто вот реально какая-то цветмедная штучка. Да, вот можно там. И монетка какая-то. Но нахрен она нужна. Ради того, чтобы там. Обычно в других случаях, вот сколько мы сегодня пробок выкопали. Не одну. Нехорошо так звонко. Пиликаешь. Копаешь, достаешь. Я по жизни не видал. Ладно, друзья. Что ж, увидимся на моем канале. С вами был Максим Тетерин, Юрий Тетерин. Всем пока.